Глава Северского района Андрей Дорошевский в рамках рабочего визита в поселок Ильский провел осмотр строящихся объектов. Завершается строительство тротуара по улице Длинной на участке от Мира до Коммунаров. Протяженность 1600 метров. Сейчас идут работы по благоустройству прилегающей территории. В рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в поселке ведется строительство одноэтажных домов. Глава района пообщался с подрядчиком объекта. На площадке уже начали бетонировать фундамент. Дома блокированной застройки рассчитаны на 13 квартир с удобствами и индивидуальным входом. Обустроят для жителей и небольшой уютный дворик.